Университет Ланчжоу – один из ведущих вузов Поднебесной. В настоящее время этот университет активно штурмует различные международные рейтинги и налаживает сотрудничество с учебными заведениями по всему миру. Среди партнеров университета Ланчжоу много российских вузов. А совсем недавно китайцы наладили контакт и с КФУ и уже готовы к более масштабному сотрудничеству. Я знаком с вашим городом и даже университетом по школьным учебникам. Но тогда я даже подумать не мог, что когда-нибудь окажусь здесь. У вашего университета очень богатая история, в которой много ярких имен. Я уже наслышан о ваших достижениях в настоящее время. Думаю, нам будет полезно наладить с вами тесное сотрудничество. Вместе мы добьемся гораздо большего. Стоит отметить, что у Казанского федерального и университета Ланчжоу уже есть совместный проект в области робототехники. И останавливаться на этом никто не планирует. В сферу интересов вуза из Поднебесной также входят астрономия, медицина и экология. Поэтому главной задачей на ближайшие годы обе стороны считают совместные научные исследования по этим направлениям. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.